собираемся в поездку. Вот есть такой сайт, мне вышел, с прокатом автомобилей. И классные цены, хорошие. Прям бюджетно очень, по сравнению с Hertz, с фирмой прокатной международной. Но есть один нюанс, ты все это бронируешь, вводишь все свои данные, здесь паспорт, прописку, права, а потом выясняется, что у них нет ничего на эти даты, и тебе придет отказ на e-mail, и не очень понятно, зачем тогда вот весь этот сайт сделал, честно говоря. Барафдзес, сегодня 21 октября 2022 года, Рождество Христово, сегодня суббота. Так получилось, что в будни теперь некогда снимать, будем снимать выходные. У нас на этот выходной насыщенная программа. Мы завтра берем машину и поедем в очень крутые, интересные места. Вернее, мы возьмем машину сегодня вечером уже и завтра поедем с самого утра. Сейчас мы идем в гости к друзьям и после этого погуляем по Еревану, поснимаем интересные места. У нас испортилась погода, ну как испортилась? В принципе, ну да, можно сказать, что испортилось. У нас сегодня 11 градусов, у нас облачно, нет солнца. Можно сказать, что уже наступает осень. Сейчас зайду в такой магазин. Ира уже внутри. Нам нужно тут кое-что посмотреть. Мы думали, здесь коньяк, а здесь домашние вещи. Посмотрим, какие-то домой штучки. Тут продают полотенца всякие разные. Всякие очки для плавания, боксерские перчатки, ролики, бейсбольные биты. Тебе какой цвет нравится больше? Такой. Такой темный? Да. На обратном пути зайдем, купим тогда? Давай, ладно, на обратном. Совершили первую покупку с помощью карты в Армении. Карта активирована. Карта активирована. Добавлена в Apple Pay. И карта добавлена в часы. Класс. Мы уже отвыкли от того, что можно платить часами, телефоном. Это вообще кажется какой-то фантастикой. Мы уже с февраля носили карточки в специальных чехольчиках, как студенты зачетку. Мы идем в гости, Ира вот снавигировала в телефоне. Идем через парк. Ну вот уже все в листьях, тут желтых у нас. Мы зашли в гости к друзьям в Ереване, и Мэри, дочь хозяев, талантливая художница, самоучка, прошу обратить внимание, самоучка. Никогда нигде не училась, просто взяла, купила холст, краски, акрил и стала вот такие вот вещи прекрасные делать. Мне кажется, что это невероятно классно, очень талантливо. Моя любимая работа вот эта. Она просто прям влюбилась с первого взгляда в нее. Мне больше нравится вот это. Ереванские окна. Я бы хотел ее купить. И если вы тоже что-то хотите купить, то можете... Если вы тоже что-то хотите купить, то можете написать в комментарии либо в Телеграм. Я вас состыкую с Мэри, и вы сможете договориться о цене, если она согласится ее продать. Ну, все очень гуманно и... дружественно. И мы освободим место для Мэри, чтобы она могла еще рисовать новые, писать новые картины и радовать и вдохновлять нас всех.
someone at the door, John. Now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from a soapbox. Got BKTs on this bitch, so everybody getting rolled on, yeah. Yeah, everybody getting rolled on. Check artist credits on BMI. I'm just too kind to expose y'all. And I see a team with a ghost sign. And question if y'all ever wrote songs. All enemies are mine, a band study. Please don't test me, I'm a know-it-all. Got platinum songs in the vault collecting dust. If we talk about showing up, then y'all attendance suck. Both feet on the gas pedal, bitch, I ain't letting up. Started singing, they fell in love. Came a long way from being talentless. Be anything I was challenged in. Pressure turned me into a precious cut. Floodlights to the flooded chain. 30 city tour in a ton of states. I can't wait till I up the leaves from the minors in my art come of age. Seen a lot of people plant seeds to the dream, growing patient and run away. I cultivated, irrigated it, now the growth amazing. I love the change, oh yeah. Been laughed at before. Been lil bro, now the same one saying pass me the torch. I ain't passing y'all shit. For the skate, California license plate, what I'm passing y'all in. Take that to the chin. Lay back, let's succumb to it, then shit could get spicy. Shit sweet cause the light skin, I don't take shit lightly. Carpet tan if she like me, but can't entertain the psyche. У нас квадрокоптер разрядился и где-то около какого-то административного здания упал. Сейчас идем на его поиски. Я увлекся съемками, летал около Мать Армении, опять вокруг чертового колеса обозрения. И в итоге сейчас есть только вот приложение. И видно, где он находится, сейчас будем его искать. Проблема в том, что квадрокоптер улетел вот за этот забор. Я даже не знаю, что здесь, но нам, скорее всего, сюда не удастся попасть. В общем, выяснилось, что коптер приземлился на территорию... Как территория называется? Национальное собрание. В общем, выяснилось, что коптер приземлился на территорию Национального собрания Армении. Это парламент. И там высокий забор, красивое здание, газон и куча военных и полиции. Мы сообщили, что у нас произошла неполадка, и мы были вынуждены совершить приземление у них на территории. Они его нашли, записали мои контактные данные и сказали, что в понедельник будут связываться. Скорее всего, они посмотрят, что за контент был на флешке, и, вероятно, отдадут. Сказали, что это как бы не очень хорошо, но не прям какая-то дичь, и меня вроде не должны посадить либо депортировать. Ну, посмотрим. Художественное собрание. Ну, изначально мы предположили, что это национальное собрание картин, но выяснилось, что это не галерея, не музей, а это здание правительства. Мы снова едем в машине, а все потому, что завтра мы планируем поехать в очень интересное место, да и не одно. И сейчас уже вечер, мы взяли машину, чтобы завтра с утра стартовать. Опять на прокат. Если вдруг у нас сегодня, как мы... У нас сегодня произошло небольшое ЧП, и квадрокоптер на территории парламента приземлился. И пока нам его еще не отдали, у нас есть еще два других, но у них ограничены, мы ограничены по запасу батареек. И тот, который у нас конфискован временно, ночует в парламенте, он к нему было самое большое количество аккумуляторов. И чтобы их можно было заряжать от USB, а те, которые у нас с собой, другие, их можно заряжать только от 220 вольт. В данном автомобиле отсутствует 220 вольт. Если вдруг у кого-то из подписчиков или из тех, кто смотрит, в Ереване есть фазоинвертор, это такая штука, которая делает 220 вольт из прикуривателя, и кто-то может его дать на завтра вдруг, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы завтра утром его возьмем. Завтра утром, это 23 октября утром в Ереване. Буду признателен, если кто-то сможет поделиться таким устройством на один денек.